привет, и это вторая часть теста универсальных ключей с корнем. Противопробуем ключи ЗИД. Ну, работает. Я говорю, не работает таблетка. Другой пробы. Ой, он один. Нет. Не работает. Этот домофон визит и открывается. Не читается. Может быть, читался не самое. Так, это визит ВВДН-100. Так. Ну, секунду. Так. Должен открыться ключом визит. Только очень упомянул, он открылся. Открылся. Вот. Так. Давайте следующий подъезд затестим. Так. О, это поле. Нет, это поел. Нет, это поле. Он, наверное, открывается лункой. Нет, лунка не считается. Так. Нет. А, тут же есть еще считыватель. Так. Вот я попробуем УН-2, может быть. Таблицу посмотреть. И складывать ключи, которые в таблице. Там нету этого домофона. Так. А! Я знаю, какой ключ подойдет. Это же кейн. Тут есть специальный ключ кейн. Так, вот он. Ключ кейн. Нет. Не открывай ключ кейн. Это какой ключ? Потому что надо смотреть. 6. Что ключ? Надо смотреть таблицу. Так ты все подряд и тогда табличку, я все для этого. Ты ее не взял? Нет. А? Нет. Мне фотографию, я со своего телефона буду смотреть тебе потом. Я не могу, у меня тогда видео закончится. У меня тогда видео закончится. Так, что? Вон. УН-2, УН-1. Сейчас. Вот он, УН-4. Нет. Цифра. Нет, не открылся. Thank you.
Ну и других. Никаким у тебя не открывается. Без всех. Кира. Так. Давай, только держи. Давай мне ключи. Да нет. Вот я буду тебе подавать ключи. У меня карман лежат. Удобно подавать. У меня вот карман тоже есть. Я тебе буду подавать. А ты иди съем. Показывай. Это ласкомекс. Сейчас я попробую вот этими моими старыми ключами. Так, ладно, давайте новыми ключами. Так, давайте у Янки попробуем. У Ян один. УН-4. УН-6, кстати. Так, давайте так помним. О, уни. Получается, старые ключи не открыли почему-то. Окей, Enter, открыли. Не знаю почему. Это ключи старые. Так, опять тот же домофон. Я не пробовал у N3. Тоже вот скамекс. Окей, Кейман.
Окей, Enter. Окей, Enter, опять открыли. А остальные не открыли почему-то. Ладно, сейчас я на паузу поставлю и когда к новому дому подойду, я включу. Смотрите, какая киса. Короче, я пришел к следующему дому. Это опять Ласкомекс. Итак, универсальные ключи. Давайте попробуем у Янки. И опять-таки Enter открыл. Так. Ласкомекс опять. Так. Так. Какой-то изоенок открыл. Да. Я не помню, какая. Я не смотрела, какая уенка открыла. Но какая-то уенка открыла. Так. Это цифрал. Так. Тут скут-контроллер еще пищит, вон, смотри, какой тут кодовый замок. Так. Нет. Давайте все уэнки попробуем. Не назад, а в сторону. Стоит перед ним, там же не видит, он откроет. Интересно, какие они подходят. Нет. Чего себе, даже Кейандра не открывает. Нет. Видите, даже Кейандра не открывает. Какой-то домофон. Не открывающийся.
50. Такой же домофон. Ой, М4 попробовал. Нет. Итак, я подхожу к следующему дому. Вот он. Вот такой дом. Так. Открывает. Не знаю. О, какой-то цефал. Вот. Цефал ЦЦД-20. У меня 4 попробовал. Так. Так. Нет. Не открывает. Что это такое? Почтовый ящик какой-то. Ой, ничего себе какой.
Так. Ух. Опа. Открыл. Вот. У N4 открывает визиты. О, вот дом желтый. Так. Хотелось бы какой-нибудь метаком увидеть. Тут эти визиты, цифралы. Вообще скучно. Как-то. Метакомов каких-нибудь. Вот, Пэлла. Рейн Маршал как раз. О, не эта цифра. Ну хотя бы бесконтактный. Поэтому он, возможно, откроется. Нет. Так. Увеличим. О. Визит открыл. Ладно, всем пока. Я сейчас вторую часть буду делать. Всем пока.